Итак, всем привет, дорогие друзья, у нас на игру Jurassic World Evolution вышло новое обновление, и теперь у нас доступны испытания, да. И сейчас вот мы как раз вот попробуем это дело, потому что, наверное, это будет без инпутов. А режим испытаний конструктивно. Давай сначала попробуем типа легко, потому что я еще не пробовал эти испытания, но очень интересно попробовать. И честно, то у нас тут будет происходить наши испытания. Так. Так, какие? Получите рейтинг костро 5 звезд, можно быстрее. Он Хэммонда будет взимать долю. С вашего дохода чем больше вы зарабатываете, тем больше доля, кроме того, сборы для фонда могут зарастать, но они никогда не будут сокращаться. Снижение репутации и время исследований, со временем репутация в отделе будет снижаться, а исследовательские проекты будут уходить больше времени. О как! Провал, если дефицит на вашем счете будет сохраняться больше 3 минут, испытание будет провально, ну как. Так, постройте и обеспечите электроэнергией. Ну, электростанция, ладно. А где мне тут дорог-то? А, вот здесь. Так, ладно, ну электростанция уже есть, это не то хорошо. Не так больше. Ага, дорожка пошла. Найс. А совершите экспедицию за применимостью. Сейчас наведите центр применимости. Сделать. Ну а почему нет? Центр окременности готов, а станция регулировок центра экспедиции полный центр, разумеется, сделал вообще да. Все вообще подошло идет. Так, дорогу так провожу. Отлично, всегда дорогу. Очень хорошо, да. А, электроэнергия. Нет, стоп, погоди. Не надо. Ну что так сделаем, то посмотрим. Небольшую. Нет, стоп. Да. Вот подстанция у нас есть. Давай. Так, ну работает на их вроде. А, электроэнергии я уже обеспечил, скажите. Экспедицию. Экспедиционный центр позволит вам отправлять команды палеонтологов на поиски новых окаменелостей динозавров. Из них можно извлечь ДНК, а из ДНК ученые вырастят настоящих, живых динозавров. А без них мы никуда. Так, аттракционы надо бы еще сделать. Что мне надо сделать? Мне надо. Ограждение нормальное. А с этим словом вы делаете обычное ограждение.
Ну, а тоже неплохо это было. Вообще пока совсем. Какой-то такой здоровый, прям большое дрожжение. Великолепно. Вообще мясо. Мясо вышло вот просто супер. Так, супер. Загоны. Еще на скорее не проводят они. Почему бы и нет? А ландшафт близкий стоп, погоди. Тренировки дороги, зачем дороги? То, что нужно. Отличная работа. Так, уже миссия выполнена, это хорошо. Погоди, карта. Так. Я получил геном еще так, законную структуру. Я не очень понимаю, что такое геном, но если это что-то новое, я за. Новое, правда? Ну тогда отлично. Так, стоп, а вот сюда вот может быть, можно поставить эту. Уже. Нет, почему мне нет? Кто кто выпал? Сейчас я поймаю на ней. Или не поймаю. Так, нет, вот, вот сюда можно, только неправильно. Не надо. О, стоп. Ох, что смотрит. О. Ну. Дурак что. Говорит, ставит и не ставит. Давай еще. Во. Так, теперь я сниму дорожку. Вернусь дорогу. Еще не вижу. Так, вот она. Все, пошла дорога. Какие вообще дороги цены стоят? Повесим. О, отлично. Дорога есть. Это уже хорошо. А, надо теперь. Нет, стоп, 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 стоп. Нет, стоп, не надо. Вот это вот привести. Пример здесь вообще. Нет, вот это подстанция. Нет, подстанция. У нас сохранилась карта экспедиции, окаменелости. Чего себе везет. Тут находки. Даже очень неплохо, давай еще раз. Так, мне надо достичь нормального рейтинга, находу вниз. Сейчас я все это в минус, а мне надо достичь нормального рейтинга, хорошего. А для хорошего рейтинга что надо правильно? Хотя бы какой-нибудь динозавра вывести. Я сейчас ни одного динозавра тут вывести в этого состояния не могу. Поэтому сейчас расшифровываем геном. Так, это экспедиция. Надо набрать просто за какое-то время, не знаю, сколько мы сейчас времени дали, но мне надо набрать нормальное количество. Класс. Звука. А режим испытания, кстати, прикольный режим. Кормушки уже какие-то готовы, динозавров можно выводить, в принципе. А, блин, точно, жить в этой гости, сделать это, типа, осмотр, чтобы они не смотрелись.
Отлично, дорога построена. Так, ну, в принципе, все идет nice. Идет лучше, чем я думал. Так, смотрите. Я электроэнергию уже давно обеспечил. Что вред так вот идет? Электроны приехал в центр. Так, давай там. Извлечь. Отлично, давайте подпугаем. Сейчас будем выводить нормальный цвет. Так, что еще тогда для красивого парка? То есть, да, да. Сейчас сделать очередь. Убрать деревья. Мне здесь охота сделать что-нибудь для гостей. А у нас есть магазин подарков. Вот, пожалуйста, смотрите, магазин подарков. Вот, пожалуйста. Гости. Фастфуд можно поставить. Кого еще поставим? Убежище обязательно надо. Ну, примерно, да. Одно убежище, чего нет. Вот дорогу провести. Так. Какой стороне дорогу провести? Вот. Все проще, чем угодно. Так, отличненько. Прибыль сейчас у нас попрет. А вообще насчет наших этих экспедиций? А, уже экспедиция прошла. А что это? Мне надо вывести вино. Нормально. С некоторыми динозаврами ваши гости хотят познакомиться поближе, но не могут. Постройте объекты с хорошим обзором. Только не перепутайте, с какой стороны защитного стекла должны быть посетители. О, смотри, мы уже офигеть в обновлении. Смотри, что давали. Я теперь могу следить за динозавром. Спокойно вообще. Класс. Могу теперь взять ее, смотреть нормально. Так, раньше такого не было. Так, 48, 34, 24, 42. Ну, в принципе, когда добиться генома нормального, можно, в принципе, я закончу на эту серию. Потому что точно делать слишком большую серию. Добиться генома и успокоиться. ДНК сейчас навлекает вообще по суперски. Циротозавр, мотор, как? Вот, читай. Хуайанозавр. Прочитал бы хуйанозавр. Так, все, в принципе, класс. О, новый жизненный способный. Давай обнимать теперь. Инфицировать могу тебя.
где-нибудь в клеточках тут напортачить. Продолжительную жизнь тебе повысим. Давай. Тут у нас будут первые динозавры. Так, тебя давай возьмем. Три слова. Контракт. Вы. Да. Так, ну это да. А чё мне тут-то? А, наверное, предельное время типа не 3 минуты, а 3 часа. А вот этот время прошло, наверное, минут 13. Так, излучение ДНК, излучение ДНК, хищник скоро будет могучий. Так, вот насчет динозавров интересно, давай. Выходи. Вот такой красавец. Сколько генов-то жизни способно. Это ж вообще классно. Так, еще одного динозавра вывести. Давай тебе модификацию могу тебе провести. А, могу вот на стойкость провести модификацию. Она повысит тебе. Много всего. Так, тут у нас что? А ну, контракт на воде безопасности. Так, давай-ка сюда теперь сходи. Не, ну все в принципе классно идет. Вот уже динозавры первые бегают. Ладно, дорогие друзья, вот у нас цератозавр там еще приехал, а испытание мы можем, в принципе, растянуть еще, ну, так, серии на 3 или на 2. Ладно, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия, вот обновление, обзорчик вот на Jurassic World Evolution. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши добрые комментарии, злые комментарии не надо писать. Ну что ж, ладно, всем удачи, всем пока.